Вновь первые в стране. В Ульяновске стартовал уникальный для России проект под названием «Окно номер один». Новшества организованы на площадке многофункционального центра. Теперь в МФЦ можно будет не только оформить все необходимые документы, но и заявить о нарушении своих потребительских прав. Центр по защите прав потребителей будет предоставлять ульяновцам целый набор услуг юридического характера. Бесплатно и качественно. Как уверяют специалисты, это пока единственное подобное учреждение не только в области, но и в стране.